В этом году более 5000 жителей Ульяновской области получили материальную помощь, чтобы наладить свое жизненное положение. На очередном заседании по оказанию адресной помощи рассмотрели первоочередные вопросы, касающиеся особенных детей. Но в зале собрались и те, чьи малыши благодаря такой поддержке уже идут к выздоровлению. Дети и их родители поблагодарили губернатора и поздравили всех с наступающим Новым годом. Дело было в январе. Стояла елка на горе. Поэтому вот, что на горе украшенная елка. А вот семья Сосновых готовится к Новому году пока не торопится. Гораздо важнее сейчас найти средства для дальнейшего лечения младшего сына. 8-летнему мальчику с диагнозом детский церебральный паралич и отслоение сетчатки срочно необходима поездка в Институт медицинских технологий. Но, к сожалению, личных средств уже не хватает. Тогда мама Марина и решила обратиться за помощью к властям региона. Первый курс прошли, у нас вот улучшение сейчас. Вот хотели бы еще туда поехать. На вот марте сейчас, по 18 числа, они нас там ждут. И вот в феврале уже оплата нам должна быть. Оплату уже должны предоставить уже. Таких срочных обращений поступило сразу несколько. На помощь этим семьям будет выделено более 1 000 000 рублей. Это стремление нашего губернатора, нас всех вместе с вами, наверное, да, быть добрыми, близкому и к соседу своему. Поэтому мы должны помогать просто друг другу. А эта комиссия как один из элементов помощи нашим гражданам. Поэтому создаются все условия, чтобы граждане Ульяновской области жили хорошо на территории Ульяновской области. После рассмотрения всех вопросов будет выпущено распоряжение. Буквально в течение недели все обратившиеся семьи получат необходимые денежные средства. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.